За первое место 50 тысяч, за второе 35, за третье 25 тысяч долларов, за четвертое 14, за пятое 6 тысяч и за шестое место 4 тысячи долларов. Это постановление правительства, утверждены такие премиальные для спортсменов, паралимпийцев и сурдоолимпийцев тоже поддержаны. Я хочу сначала, когда я призываю деньги, получу, я этот машину хочу купить себе, Lexus RX 350. Ну, это, конечно, было бы хорошее подспорье, как говорится. Но это очень трудно. Очень трудно. Все-таки это, как говорится, мировой уровень. Тем более молодая команда. Всего лишь занимаемся, как говорили уже здесь, всего лишь год. Хотя люди идут к этим медалям годами. Так что сложно говорить о призовых, о медалях, да. Но будем стараться. Даже участие уже победа считается. Как уже говорилось, по одному человеку всегда, и то выделял Паралимпийский комитет. А это вот ребята старались, а все, конечно, работали, ну, как могли, в общем, сказать. Молодцы, все достойные ребята. Ну, будем надеяться на лучшее, как говорится, да. Так что участие это уже радует всех. Ну, за меня, надеюсь, будет болеть весь Кустанай, да. Кустанайская область, поселок Сарыколь, да. Я верю в вас, у вас верит целая страна, вы настоящие герои, и я буду болеть за вас.